Друзья, всем большой-большой привет. Спасибо большое за поздравления с именинами. Сегодня именины отмечают Вера, Надежда, Любовь и их мать Софья. Я от всей души поздравляю и у кого сегодня именины, всех Вер, Надежд, Любви и Софью. Огромное-огромное-огромное всем счастья, здоровья, любви. Я сегодня хочу немножко посадить чеснока. У нас есть несколько кустиков, наверное, по-моему, 6 или 8. Мы посадили клубнику. И к ним хочу между ними посадить вот такой вот чеснок. Чеснок мы брали у бабушки, он достаточно такой крупный, есть и помельче, но я посажу самый крупный, выберу сейчас несколько головок, посажу в клубнику. У меня уже был опыт, вот он какой, у меня уже был опыт чеснок в клубнике, и результат прям был бомбезный. Вот сколько здесь получится зубчиков. Сейчас разделаю, посмотрю. Как интересно получается. Здесь эта головка на 4 зубчика. Здесь 4 зубчика. А здесь 4 зубчика и еще одна головка. Интересный такой чесночок. Ну ничего, вот этого мне хватит. Я в первую партию посажу. А потом уже настоящий посадим, уже ну большой, в большом количестве. А сейчас просто так вот чуть-чуть в клубнику хочу экспериментально, так скажем, в маленькую мини пробу, и потом основной уже чеснок, когда все сажают здесь в этом районе. Да, конечно, вот эти прямо мощняцкие такие чесноченки. Это вот как вот мы сажали всегда. А вот это прям мощняцкий. Надо будет у бабушки спросить, что же у нее такой за сорт такой. Прям огромные. Прям вот одна чесночина. А готовить-то как с такого чеснока. Одно удовольствие. Одна головка заменяет обычные 3 штучки. Вообще круто. А горчицу-то мы вот сажали. Вот не больно-таки давно. Вон, после проливного дождя-то. Вон как хорошо взошла. Вообще классно. Здесь у нас замульчировано. И все равно вон взошла. Нормально все. Так, надо теперь поглядеть, как вон на тех вон грядочках длинненьких. Надо же, и тут взошла. Ну, здорово. Здорово. Как раз пусть стоит до морозов. Но некоторые вот не взошла. Я вижу, семена лежат еще до сих пор. Ром тем временем наметил себе, где ему нужно будет вскопать для того, чтобы прошел культиватор здесь. Потому что иначе он не пройдет. Она очень жесткая. Ну и мы уже 100 раз говорили вроде, что земля тут неразработанная. Вот это вот собачка наша разрыла. Тут игралась. Да? Собачка. И теперь собачка лежит, травку ест, кайфует. Да? Бонь. Привет. Кайфушка. Я попробую посадить сейчас чеснок вот сюда вот. Именно здесь мы посадили немножечко Виктория. Здесь получается у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оказывается 10. Да, получается 10 кустиков здесь у нас. 5 здесь и 5 здесь. Мы посадили. Жесткое, да. Может быть, это... пересадим, но пусть так сейчас они растут. Потом сделаем тоже
может быть, вот такие вот высокие грядки для них. И через несколько лет, или усы даже вот от этой пойдут, и сделаем весной грядку, и уже потом осенью посадим клубники усы. А пусть сейчас она пока так. Рома тут клады ищет в земле. Кирпичи какие-то. Странно, да? И кирпичей, кстати, вот в этой земле очень много. И они закопаны не особо до глубоко, да? Да. Угу. Не знаю, может быть, здание какое-то было и тут, или еще что-то, не знаю. Для чего закапывают кирпичи. Это что? Гудрон? Может быть, здесь здание какое-то было? Вон, потому что много кирпичей. Или забор какой-нибудь. Кирпичей и гудрон? Ну, не знаю. Смотри, бедный забор. Да? Ты далеко можешь не ходить. Здесь рядышком класть. Да. Угу. Ну, ничего. Угу. А клубника вот у нас вот так выживет, не выживет, я не знаю. Ну, если не выживет, то размножим, что останется. Потому что мы вот этот вот вроде бы ничего так принялся, а вот этот вот вроде бы не надо было, наверное, сажать. Ну, кто знает, может и выживет бедолашка. Потому что вот сажать ее вот действительно в помойку. А грядки-то были сделаны уже позже. А клубника, она у нас это, в воде стояла. Мы боялись, что она это, ну, тоже умрет. Вот. Шнур какой-то. Что это? Корень? Какой? Шнур. Веревки какие-то. Слушай, может, мы это клад найдем? Ага. Веревки, да. Может, помидоры здесь просто были, подвязывали. Вот. Веревки остались. И закопали вместе с веревками, да. Не знаю. Ну это да, не везде. Где-то получше, где-то похуже. Везде по-разному. Нет, друзья, так чеснок я не посажу, это точно. Ром надо мной смеется, потому что он прекрасно понимает, что здесь земля с сюрпризами. Он уже сколько у него находок в земле оказалось, да? И это еще даже половина не сделана. Как бы не пришлось оттуда вот клубнику пересаживать. О, как не хочется. Мы и такое хорошее место выбрали там, солнечное. Как не хочется пересаживать, а? Ну ладно, для нее и так стресс был. Ну, может, ничего, живеется. Не знаю. Надо было ее изначально посадить куда-нибудь вот сюда. Вот здесь вот порыхлее. Но я не знаю. Здесь для более таких культур хотелось. Ну, что ж теперь. Ладно, посмотрим. Одну грядку я вот эту тогда сейчас вот чуть-чуть займу, вот немножко по краям посажу этот чеснок, посмотрю, как будет. Вот. Такие вот дела. Листва тоже везде опадает, надо будет скоро грабельками пройтись, пособирать. Ну, вся уж опадет, тогда уж... Ну, не то, что вся. Рома все выковыривает, а выковыривает какой-то дребедень. Кошмар какой-то.
Да. Листики опадут, и тогда уже их соберем в одну кучку. И правильно написали. Вот эти грядки надо было листву туда сначала, а потом землю. Ну ладно, что ж теперь? У нас еще много-много места есть. Да, Бонь? Да. Все, ты, наверное, уже это каюк, да? Рома говорит, там еще и в земле очень много золы. Не знаю, она и так жестко, еще и золы в нее целую кучу внесли. Внесена была. Да уж. Самую дальнюю использую грядку. Я бы не сказала, что здесь прям сильно так жесткая земля, но жесткая. Здесь вот даже червячки живут. Ну что ж, тогда буду использовать вот эту грядку для зелени. Тогда так, потому что еще я планирую посадить под зиму укроп. И, ну, когда в конце октября, наверное, или в середине октября укроп-то под зиму лучше сажать, посажу, чтобы весной как снег стает, так сразу он сходил. Там даже на упаковке укропа написано, что его можно сажать под зиму в конце октября. Поэтому я воспользуюсь советом и посажу укропчик этот под зиму. Ну, вместе с чесноком получается здесь. Немножко чеснока посажу. Но говорю на пробу. Основной чеснок будет вон там, вон, в жесткой такой земле. Ну, ничего страшного. Я думаю, со временем мы приработаемся, со временем будет все хорошо и разработается земля. Но сейчас пока на первое время, сейчас пока сложно разрабатывать эту землю, так как она с такими сюрпризами, что вообще. Это называется насажалось. Все, сломалась моя... мой совочек. Ну, что ж теперь. Ладно, тогда я убираю чеснок. И буду его сажать вместе со всеми. Две штучки только посадила сюда, и все. И больше ничего. Мне вообще кажется, что нужно собрать листья. И все листья вот в эти грядки положить. Мне так кажется. Так что вон на ту грядку мы положили. Всю скошенную траву, то, что мы дергали, положили, и там немножко повлажнее почва и получше. И там, кстати, горчица побольше, чем вот здесь, вот в этих вот, в открытых. Рома, он говорит, я, говорит, устал уже. Вот он столько уже накопал, я, говорит, устал. Руки, говорит, прям устают сильно копать. Привет, Оля. Папа у нас на заднем плане все еще до сих пор копает. Мы тут гробастые. Награбастали уже тут много. Вот так вот покажу. Награбастали тут уже соли целую кучу. И знаете что? Мы сегодня с Олей разговариваем. К ним в школу, точнее, не к ним в школу приезжает, а школа, ихний класс, едет на ростовые куклы, на представление. И тут Оля говорит, а сколько в сентябре дней? 30 или 31? Я говорю, 31. То есть, говорит, 3 числа они поедут, это будет вторник. Я говорю, ну да. А потом думаю, так, стоп, а какое же сегодня-то число? У нас 31, да? Угу. И сегодня... Нет, стоп. Вчера было месяц, как мы купили свой сегодня дом. А 31 сегодня 31. Сегодня
ровно месяц, как мы живем здесь в доме. Вот так вот. А мы даже что-то прям как-то из головы вылетело. Хоть бы тортик вот что ли купили. Сегодня еще праздник. Вера, надежда, любовь. Вот. Съездим, ну не знаю, папа, видишь, копает, устал очень сильно. Вообще, сегодня уже месяц. Смотрю на яблоньку, вот она вся в побегах. Смотрю, вон там, где забор, сливы или терновник. Не знаю, мы на следующий год узнаем все это, что это такое. А здесь вот, посмотрите, тоже веток неухоженных сколько много. Здесь тоже сухих веток много. Да и здесь вот тоже рябина вся в порослях. Сходила за кошкой. Эх, Марымиська. Да? Ты что ее в траву-то посадила? Так помягче было. А, тебе так помягче, да, Маруся? Муся, Маруся. Моя любимая киса. Да? Мамина кошечка. Всегда ее называю мамина кошечка. Да? Потому что она маму любит больше, да? Да, мама. Больше всех. А. Меня. Тебя? Вот. Боняха. Гулёна. Да, Оль? Там папик. Сейчас, может, папа тебя отвяжет, ее побегаешь. Да, папа, там папа. Боня проверяет, что там отец накопал. Вот как бегают. Ага. Да, там. Кто-то был, да? Скакушка, поскакушка. Не шугай. Да, вот ей нравится вот так на поводке. Бегает. Опа, сорвалась. Опа, поймалась. Вот так. Не больно руку? Больно. Дурында, Боня. Все, папа отдохнул. Сейчас покажу, какие находки он накопал вот в этом клочочке земли. А мы вот столько и столько собрали листвы травы. Мне почему-то хочется ее заложить вот в эти вот грядки. Не знаю, почему хочется очень, чтобы помягче была земля. Хотя, наверное, кто-то будет против, а кто-то за, потому что скажут, я знаю, такие есть люди, что за листву и против листву. Якобы на ней все паразиты и так далее. Но, с другой стороны, это процесс, природный процесс. Листва падает на землю и... Обратный такой процесс идет, да? И Мазури, даже не знаю. Да, потягаешь, пожалуй, с ней. Куда на грядке все нельзя. Пойдем. Сейчас червяков, скажи, поем. Да. Я скажу, червяков люблю. Червяков люблю, поем. Возьми, когда мы бегаем. Ладно. Кисулю вон она, да. Все, снимай. Все снимай, говорит. Побежали. Заворачиваем, говорит. Ну, все. Размялись? Да. Бонь, ты размялась? Боня. Бонь. Бонь на Ксеньку. Посмотрела. Ксеньку будешь? Будешь Ксеньку, да? Пойдем, дам. Пойдем, пойдем. За ворот. Там, ключейка. Боня, за ворот. За ворот. Она знает, она вон там, он подкоп делает. Вон там.
Угу. Ты видела, как... Почему она туда пошла? Да. Видела, как она там наружу вырыла? Огромный он там. Пойдем сюда. Перешагивай здесь, да. Пойдем. Перешагивай, перешагивай. Через вот этот перешагивай. Ой, ты так все затопчешь, маме. Ну, сейчас пока там ничего не растет, кроме как горчицы. Пошли. Мне можно еще вот так побегать. Угу. Боня. Бонь. Как же мы забыли про то, что сегодня уже месяц, как мы здесь живем. Полтеть. Взяли и забыли. Ага. Бонь, пошли, надо же. Побежали домой. Ой, домой, к мамочке. К мамочке, да, к мамочке. Привет. Привет, кисуль. Ты еще сидишь, да? Да, кисонька моя. Моя девочка, кисонька моя. Бань, пойдем, я водичку попью. Ты кисонька моя, да, ты кисонька моя. Да, кисонька. Давай я, Бонечка, водичку попью. Боня. Ай-яй-яй-яй-яй, Боня, Боня. Мы с Олей собирали-собирали кучку эту листвы, а ты разбрасываешь. А, Бонь? Ты куда пошла? Эх, Боня, Боня. Выпусти сейчас. Да уж. Так, ты опять будешь что-то? Да, я пойду на ходки. Бонька, побежали. Папина покажу. О, кошка побежала. Как это? Бонька, побежали. Серенькая такая, как крольчонок. Вот как я сейчас пойду к ним. Боня тут копала. Ну, грядки копала. Давай, дырочки раскапывай. Будем сажать потом эти дырочки. Да, уж тут в эти дырочки посадишь, по-моему, походу. Колтуны. Надо раскапывать, а вот здесь. Колтуны какие. Вон. Боня, у нас миссия вот здесь. Вон, какие колтуны. Она даже вон не разровняется. Поэтому ходить? Да, походить. Осторожно только, потому что могут быть стекляшки. Чуть-чуть осторожно. Немного все вот так утоптить. Притоптать, да? И как он, вот смотри, жестко какая. Бонька. Так, а вот, то, что было. Бонька, сюда. Не знаю, битум, что ли, или что-то такое, Бонька. Не знаю. Стекла, веревки, железка, потом еще какая-то ложка была. А вот, вот ложка. Тут вот находки. Веревка. Ну, еще около Рома вон там вон. Да? Чуть-чуть. Кирпичиков уже устал. Ну, вот еще. Кирпичики небольшие были. На ужин мы решили запечь картошечку с курочкой. Ну, все-таки же отметить как-нибудь праздник. Ну, а на сегодня мы с вами попрощаемся. Хорошего вечера. Пока-пока. И увидимся совсем скоро.